Поздравляю. Спасибо. 18 лет Евгению Пушке исполнилось 5 декабря, а он продолжает принимать подарки. Теперь юноша – обладатель квартиры в Малых Веземах. Готовится к переезду, точно знает, и там найдется место спорту. Молодой человек уже 9 лет занимается футболом, играет за команду «Кубинки». Ну, спортивный уголок в любом случае. Ну, стенка для телевизора, компьютерный стол, ну, смотрящего, что будет. И там уже помаленьку буду смотреть. Не только Евгений отпразднует Новый год в новом жилье. Ключи от квартир вручили еще 6 юным жителям Одинцовского округа. Екатерина Головенкина признается, с переездом спешить не будет. Сейчас на первом месте учеба и общение с семьей. Девушка учится на 3-м курсе медицинского колледжа, проходит практику в поликлинике. В будущем видит себя массажистом. Массаж на самом деле очень хорошо помогает, не даже, наверное, больше, чем какие-то фармацевтические препараты, да, то есть, допустим, расслабить мышцы или нервы, да, то есть там успокоительные часто люди пьют, но можно же просто сделать массаж, потому что есть очень много разных точек на теле человека, которые способствуют расслаблению. Это церемония вручения ключей от собственных квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, последняя в 2021. Программа губернатора в Одинцовском округе в этом году выполнена полностью. Квартиры в среднем это где-то 40 квадратных метров. Они все в новостройках, все с хорошей инфраструктурой. Более того, такой подарок от округа, от главы Андрея Ивановича Иванова. Все квартиры оборудованы необходимой мебелью, кухней, бытовая техника и так далее. В этом году новоселами стали 22 юных жителя муниципалитета. Всего же с 2014 года ключи от квартир получили почти 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».